Приветствую всех, дорогие друзья, с вами Ромулус, и мы вновь возвращаемся в мир Третьей Эпохи. На этот раз мы продолжаем наш священный поход против противника. Так, нас пытаются осадить, но я думаю, ничего у противника не получится. Что может получиться у бедного обездоленного Умбара? Так, вроде бы по деньгам у нас тут немного и есть. Так, что мы можем построить? Мы можем построить паб, рост влияния. Давайте паб построим. Вроде бы нам больше здесь никто нигде ничем не угрожает. На текущий момент. Так, стоп. Все-таки есть здесь угроза. Давайте-ка мы, наверное, на помощь будем собирать кого-нибудь в надежде отстоять эти земли. Так, ну хорошо, ситуация у нас достаточно тяжелая. Нам нужно отбить Умбар, и противник не должен его взять в открытом бою. Так что будем сопротивляться, будем стараться, побеждать удастся. Хотя, вы знаете, удержать Умбар практически нереальным кажется в настоящий момент. Кое-что противника троекратное преимущество, хотя за нами есть стены, но это далеко не решающий фактор в победе. Ну, посмотрим. Гномы, ребята, такие, которые могут удивлять и найти... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Замечательно. Так, куда еще там противник мог убежать? Да, противник не пытался убегать. Мы отправим армию на помощь, и надеюсь, Умбар все-таки будет нашим. Так, ну, немного обзор наш улучшили. Все. К счастью, противник, как видите, решил отступать. Так, вот у нас сила Мордора бежит. Честно говоря, мне даже немного и не по себе. Не знаю, что будет с нами. Противник реально хорош. Так, посмотрим, где что можно достроить. Здесь эльфы нас оберегают. Так, в Эреборе строительство идет. В соседствующих городах. Так, здесь у нас ничего такого нет. Здесь тоже. Так, здесь идет строительство. Так, тут тоже идет. Да, в принципе, все, что хотели, мы... развиваем так или иначе. Так, ну ладно, давайте построим вот это дорогущее здание. Отлично. Шикарный подарок для нас. Так. Ну давайте попробуем как-то все-таки на юге зачистить противника. Если это удается, то на севере, я думаю, не составит труда большого зачистить эти территории. Поехали.
Как интересно иногда пишется история. Захватили тло пару сотен лет и сказали: «Все, это исконно гномский город. Здесь всегда были гномы», и нарисовали красивую историю. Вот так вот очень часто пишут. Эту историю. My king. I. Forward. Так, ну, мы пока здесь today, никуда не торопимся. At your service. Stopping here, sire. I will not waste words on you. Так, не хотелось бы терять воинов, поэтому не будем пока лезть на рожон. Так, здесь у нас падает популярность, отвратительно. March. Move out. Onward. March. Так, что у нас здесь? Ну, пока у нас не везде есть хорошие возможности по строительству бойцов. Все очень-очень скромно. Так, здесь мы можем построить. Мы, наверное, приведем один отряд. Пусть он идет вот эти вот края. Занимает позиции. Так, что мы построили в Эриборе? Большой рынок. Так, что мы можем тут возвести? Резиденция Тано. Так. Ну, давайте. Давайте банк построим. Так, здесь у нас, ну, что могли, то построили. Большего пока не можем. Я так понимаю, Мордор сейчас попытается нас хорошо прогуляться. Или все-таки он захватит это селение. Не хотелось бы такое видеть, но я думаю, это возможно. Их братцы, только не сюда. Если там тролли еще будут, это вообще будет интересная история. Ну, Харад тоже нас может нас легко опрокинуть. У нас города, в которых практически ничего нет. Так, что у нас тут ожидает? Так, троллей нет, это хорошо. Ну, и у нас обычные вояки здесь, которые не так и хороши в бою. Так, мясокомбинат здесь построен. Больше пока ничего здесь. Кузня легких топоров или воинов. Давайте забойный цех пока поставим. Так, здесь пока ничего не строим. Сейчас доходит это войско. I. Forward. March. I. Вместе с парочкой королей мы пойдем и захватим вот этот город. I will not waste words on you. Something to investigate. They shall not see me, sir. Honor, my lord. My king. I. Forward. Who do you want dead, my lord? Command that they are dead, sire. Who or what needs removing, sire? I'll bring them down. I. Who needs command that they are dead, sire? It can be of service. Так, с Мордором у нас тут диалог будет достаточно длинный. Вряд ли мы сумеем быстро прокинуть противника. Давайте свою культуру пока что распространять. Пока наша главная цель — это зачистка окрестностей Умбара. При успешном исполнении этой цели мы дальше сможем двигаться, пока мы зависли. Как видите, Харадримы вроде как уже практически и поверженная фракция. Большую часть территории она потеряла, но она еще очень хорошо сопротивляется, а значит,
противник еще даст нам о себе знать. Так, ну что ж, давайте. Король наш тут. Ай-яй-яй-яй. 1-2, ну ладно. Я не верю в наше поражение, поэтому мы будем бороться с противником. Так. Разворачиваем наши силы. Ага, противник постарается залезть или на стены, или еще куда. Долго ждать не будем. Противник потерял 1% своих войск, но для противника это не фатальные потери. Наши бойцы умело будут пробивать доспехи противникам. Да и не только доспехи, все, что только попадется под руки. Замечательно. Ну все, основные силы противников теперь нападут на наши ворота, и у нас будет шанс их окропить. Противник будет зажат. Все, в умелом бою, я думаю, нас противник не сможет пройти. Так, противник нападает. Pray something changes in the course of battle, but defeat seems almost certain. Так, ну что ж, умирает наших немало бойцов, как и противников, в принципе.
воротами идет самая масштабная бойня. Что-то бойцов стало больше погибать. Ладно, что поделаешь, с последних сил будем стараться выбиться. Так, противников и наших практически одновременно. Убивают. Enemy have the walls. Look, pray something changes in the course of battle, but defeat seems almost certain. Походу у нас не получается выстрелить этими гномами. Пойдем в рукопашную. Что-то у нас пока успех не на нашей стороне. Так, братцы, ну не потеряйте же это селение, как бы мне этого не хотелось. Pray something changes in the course of battle, but defeat seems almost certain. Всеми силами. Попробуем сейчас противника повергнуть в шок, в панику. Так, побежали. Ну, братцы, давайте. С последних сил уже пытаемся противника добить. We have lost half our men. Отлично. Так, все, противник, похоже, будет бежать. Press onward and break the spirit of his army. Все, сломали противника.
Да, как видите, битва была действительно тяжелая, но тем не менее мы сумели выстоять, победить. И вражеское войско практически полностью сократить. Все, идем на стрелков. Последних, кого нам осталось здесь остановить. Ну, вряд ли вражеские лучники смогут противостоять нашей пехоте. Слишком она аж сильна. Так, ну да, победа была тяжелая. К сожалению, не так много орков мы победили, как хотелось бы в открытом бою. Битва дальше не имеет никакого смысла. И понеся действительно большие потери, мы все-таки стали врага, перебили его. Все равно мы будем готовиться, будем строить высокие стены, нанимать арбалетчиков. А в этом селении, скорее всего, мы будем развивать максимальное возможное улучшение по... Так, Верховный Гоблин мертв. Близких гор. Гоблин был, которого мы уничтожили. Так, что нам тут нужно? Кузница легких топоров. Метатели топоров у нас есть? Нет. Прекрасно. Так, начнем наш путь возрождения нашего войска. Так, здесь у нас есть улучшение, да. Так, строим торговлю в анбаре. 5000, хорошо. Мы дождемся этого момента. Так, и это селение мы должны захватить. Пусть это даже будет длительная осада. Так, здесь что еще? Хм, на грани мы здесь буквально-таки находимся. Так, ну ладно. Aye. We march no further today. Ну, пока не вижу больших угроз с этой стороны карты. At your service. On my way, moving quietly. Так, будем готовиться к следующему нападению нашего вероломного противника. Отстоять в амбар, вот как могла бы называться наша миссия текущая, именно его завоевание, его защита и дальнейшая экспансия на север, это и есть наш ключ к победе. Я надеюсь, после победы над Умбаром мы сумеем с Мордором, и уж после Мордора мы уж точно сумеем расправиться над прочими нечистями этого мира, организовав поход на Дабадом. Так, что у нас тут расширяется? Давайте расширять. В итоге хода. По производству первые, по населению первые. По армии мы далеко не первые.
Так, ну не беда. Здесь у нас собирается новое войско, и все у нас будет здесь. Так, а что касается этих земель? Возьмем мы Харадримов. Так, Амбар строит необходимое нам здание. Так, это нас будет 4% культуры, потом будет 5%. Ну, в любом случае мы перестроим гномский городок. Так, что мы будем делать дальше? Постоялый двор пригодится нам, но немножко попозже. В принципе, у нас везде идет прогресс, везде развитие происходит. Наши персонажи, нам остается только набирать и набирать. Справимся с Харадримами и с Мордором. Наша экономическая мощь будет безгранична. Мы сможем тричь любую часть карты. Гильдия. Ну давайте, хороший город для этого. С Изенгардом хотите торговый договор? А не дам я вам такого договора. Так, Эребор. Молодец. Резиденция Тарнов. Будет вам. Мистрант. Будем строить шахты. Да. Следующий ход — это построительство шахт здесь. Так, ну что? I messed up something with this thing. Yes, an enemy. Ну, будем. Так, стоит ли штурмом брать или нет? Как вы думаете? Так, и наши шансы. Да ну, вынести потери. Будем ждать, наверное. Хотя нет, у нас противник находится в тылу. Будем атаковать, что поделаешь. Я думаю, потому же... Так, давайте. Так, противник не ждет явно. Хорошо. Тем лучше для нас. Думаю, противник поздно проснется. Thank you.
Отлично. The battle is very much in our favor. If we remain true and steadfast, victory will be ours. Замечательно. Противник начинает сдавать свои позиции. Зал арбалетчиками. The enemy are badly bloodied. They have lost half their men. Один залп, они должны сдаться. Ну что ж, замечательно. С противником практически покончили мы. Потеряли мы 34% нашей армии. Да, это немалые потери для нас, но оно того стоило. Так, хорошо. Если бы нам лепиться, поехать еще остров захватить у противника и здесь удержаться. Как видите, наша экспансия медленно, мало-помалу, но продолжается. Так, отлично. Мы здесь не будем торопиться. С минимальными силами мы здесь себя будем хорошо чувствовать. Так, брат, чего нам тут может еще не хватать? Вроде бы у нас все есть, победы есть, противники есть. Немножечко денег бы нам больше, и мы смогли бы тогда развернуть нашу армию. Так. Здесь, я смотрю, нас тревожить никто даже не собирается. Так, ну и славно, что такого у нас здесь нет. Беспокойства. Что едем дальше. Как видите, нам остается всего лишь один город. Даже два города. Хватить у Харадрима, и их поражение будет неизбежным. Единственное, нам не хватает у Умба полной ассимиляции нашей культуры. Если это произойдет, тогда мы уж сможем производить максимально войск. Да и бить врага до сад. Харадриму не везет. С Гондором воевать сущее бедствие. С нами воевать тоже не сладко. Да. Ах ты, кто это к нам подошел? I, my liege. Honor, my lord. Your corpse will be thrown to the dogs. Может быть, что ли? I. Your corpse will be thrown to the dogs. Honor, I, my lord. Honor, my lord. I, son. I, lord. I. Honor, by your will, sire, we shall engage. Your corpse will be thrown to the dogs. I can march. Aye, my king. Aye, sire. Move out. Aye, my liege. Making camp here, son. Aye, my king. Honor, my lord. Aye, lord. Хм, интересно. Ну ладно. Не так это и важно.
Так, мы заказали постройку шахт. Вот куда все наши деньги делись. Так, ну давайте заказывать трансформацию, наверное, наших городов. Something to investigate. On my way. Так, так, так. Хоть вражеских троллей как нож об масло, но тем не менее пока что мы идем в успешное наступление против противника. В будущем наденется шанса на выживание. Вот, вот еще одно орда, которое идет к нашим подступам. Так, а давайте мы мир заключим с противником. Мы еще здесь можем построить, чего нам не хватает. Так, наверное, не хватает все-таки нам культуры здесь. Мы будем строить паб. My king. I, sire. I. Forward! I find an enemy to crush. My king, we march to battle. Victory! Так, ну что ж, постараемся уничтожить сейчас нашего противника. Воевать с нами. Противника мы практически раздавили. Ну, бейте, бейте, бейте его. Отлично. Так, ну, большая, честно говоря, потеря в сравнении с потерями противника. Glory and honor, my king. There will be much honor in Но противника, конечно, армия посильнее наша будет. Тут уж ничего не поделаешь. Move out! Onward! Так, мы можем попробовать договориться в крайнем случае, может получится. Юро, you are brave to seek an audience with us like this. Давайте попробуем. The answer, I'm afraid, very well. Негодяй. Who needs a second smile? Is it a person or a place? Who or what needs removing, sire? Так, хорошо, хорошо. Yes, my king. Ладно, пропустим еще один ход. Вести через всю карту это будет очень дорого. Ну что ж, нам нужно захватить всего лишь две провинции у противника, и на этом, я думаю, мощь Харадрима выдохнется. Все власти вообще не интересно. Все-таки противник пришел под стену амбара. Да, я боюсь, нам здесь не выжить.
Ну хотя бы что-то будем строить. Что же уже поделаешь с такой тяжелой ситуацией. Так, где у нас экономические здания? Хорошо, братцы, наверное, закончим мы на этом данную серию. Как видите, немалые успехи у нас есть. Противник хоть и пытался нас одолеть, но у него это не вышло. Ну, я надеюсь, в дальнейшем мы будем также отбивать нападки противника. Все-таки сумеем выгнать Умбар с этих Сказ Шафа и Габел Анкалимона. Это два наших больших козыря против противника. Захватив их, мы, наверное, уже навсегда сумеем отбить Умбара желание всякое нападать на нас. Ну, а с вами был Ромулус. Спасибо всем за внимание и до скорого!